Алло, Петр, здравствуйте. А, меня зовут Надежда, а я из газеты «Про город» Республика Чувашия. А, скажите, пожалуйста, есть минутка? Есть, пожалуйста. А, расскажите, пожалуйста, Надю уже перевели сегодня к нам в Республику? И где она находится конкретно сегодня, нам пока неизвестно. УФСИН, Чувашия уже подтвердил вашему заместителю председателю УНКП Чувашия Зиглову, что да, действительно, у них есть информация. Они подтверждают то, что план по нему переводит ВК-2 в Алатырь, но они отказались сообщить, где именно она находится сейчас. То есть, вероятно, она находится либо в одном из следственных изоляторов на территории Чувашии, либо она находится в одном из трех следственных изоляторов в Мордовии, которые находятся по пути из логистики в Мордовии, в Чувашии. Следственные изоляторы в Тарбеево, Рузаевке или Саранске. В одном из этих учреждений, вероятно, Надежда находится именно сегодня, но в ближайшие день-два-три ее должны принести в Алатырь. Ага. А, Петр, скажите, пожалуйста, вы сами планируете приехать к нам в Чувашию?